Очередной рекорд работы центров массовой вакцинации. Всего за двухдневную вакцинальную сессию прививку от ковида получили 8810 одесситов. На выбор одесситам предлагались три препарата – Pfizer, Moderna и CoronaVac. Эти вакцины используются для введения первой дозы. Привиться AstraZeneca смогли только те, кому нужна ревакцинация, то есть получить вторую дозу и завершить полный курс иммунизации. Несмотря на активную прививочную кампанию, за прошедшие сутки подтвердилось 33 случая инфицирования коронавирусом в Одесском регионе. Негативные тесты получили 68 пациентов, но не обошлось без летальных случаев. В Минздраве сообщили о смерти двух людей. С начала пандемии вирус нашли у 141 625 жителей региона. Ковидные отделения загружены на 14%, а свободными остаются 1877 коек.